Выводы вот из своих ошибок, на которые указывают другие игроки. И вот я считаю, что это очень правильно. В первую очередь обращать внимание на свои ошибки и пытаться их как-то исправить. Потому что вот в нашем клубе как раз с этим все в порядке, а вот в других, например, у меня просто вот травма осталась от предыдущих игр. Потому что проигрываем, потому что я топлю в какого-то игрока, который оказывается потом внезапно красным. Он ко мне подходит с претензией, что как ты посчитала меня черным? Я говорю, ну вот потому что, вот потому и тому. Он говорит, нет, ты просто не разобралась, и за тебя проиграли. Ну логично, что. На следующей игре выносят меня красную, проигрывают и говорят, ты просто не доказала, что ты красная. И опять я виновата. Доброе утро, город. Ну, в принципе, позитив игрока номер один мне понравился. Я, пожалуй, аккуратненько поиграю, ну очень аккуратненько, да. Я очень надеюсь, что вы действительно не этого, не назначили меня здесь сейчас. Но есть шанс, что кто-то назначил. Знаю я вас. Я красный игрок, поэтому параноить буду, нет. Ничего, это вот. Что такое, вы назначили? Что это такое? Что вы такой довольный? Не, это же вы проснулись и сразу же сказали, что вы красный, вас совсем не красняет, между прочим. Это так, чтобы вы знали, да? То есть то, что вы сразу же сказали всем, что вы красный игрок, вообще вас не красняет. Я вас буду слушать очень внимательно, это так, для, на заметку. 10 секунд. В принципе, неплохо пока что. Пока что все игры у меня выиграны, это бывает очень редко, поэтому давайте продолжим. Красный город. Спасибо, пас. Спасибо. Вопрос на 3. Здравствуйте, город. Да, будет смешно, если опять оказалось то, что игрок номер 4 Дон или игрок номер 1 Шерифом. Это будет очень опять смешно, реально, да. Перейдем. Игрок номер 1, не понравилась его речь, да, хорошо. Выводы надо делать не только, например, на мафии, тоже и в жизни своей, тоже везде. Но мы на мафии, значит, будем делать на мафии выводы. Игрок номер 2, мне меньше понравился, чем игрок номер 1. Ну, она, гляньте, сказала то, что мне, честно, не понравилось. Ну, не понравилось, я не говорю ничего. Я просто ставлю на нулевой круг вас в скобках. А вот с игроком номер один поиграю красно, потому что, как он поговорил, мне понравилось. Киткат, красный игрок, желаю победы городу, спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 4. Доброе утро.
Так я знаю. Так вот стрел. Спокойно поиграй с Вовчикой. А мы все. Мало черт, я это знаю. Игра 1, 2, 3, спокойно. Проверяйте 4 красным и 2, 3, 4. 4 красные. Ой, может, нет, зачем? Если поэтому. И больше понравилось 1, потом 3, потом 2. Потом проверяйте. Дальше будет слушать. Я тоже поиграю 1, 2, 3, но не с четверкой. Вот так вот. Не знаю, четверка любит это сделать. Первый раз позитив. Что? Я бы с этого. Вы не играете. Что? Хорошо, мне не важно, это нулевой круг. Мне это как-то. Я думаю, что 1, 2, 3 красный, даже если вы оставляете ее за скобками, это не все равно. И ваша речь тем более так уж нормально, хорошая. Вот не так уж. Это, ну, нормально. Единица, двойка, тройка поиграю. Четверка, позитив. Ну, позитив идет, ведет нас куда-то. Мафия может веселиться, не знаю, кто веселится тут. Мафия, может, Дон. Да? Может, Дон. А и Джессика стреляется. Ну, хорошо. Если Джессика стреляется, я с ней играю. 1, 2, 3. Кто для меня более красный? 1, 2, потом тройка. Вот так секунд. Вот. Все, остальные будут слушать. Самый красный игрок. Спасибо, Пас. Спасибо. Игрок номер 6. Доброе утро. Соединиться, поиграю. Если захочется эмоции, так, бодренько в хайфу поехать, да? Навтыкают на ару. Как-то так. Я вчера вспомнила, мне понравилось. Ну, что-то хорошее вспомнила. Ценится, поиграю. С двойкой поиграю осторожно, потому что молодец. Потому что может и так сделать хорошую речь. Речь понравилась ваша, Джессика. Троечка, гляньте. Тоже сидит красным. Красный. По эмоциям вы для меня красный. Теперь так, дальше серьезно. Двойка, вы даете четверку на проверку, да? Просите четверку на проверку? Нет или да? Потому что, смотрите, слова с этой стороны все... Как вы сказали, с этой стороны все такие сидят, с той стороны такие. Как бы мы знаем, с какой стороны какие сидят. Не даете четверку на проверку. Пятерка. Пятерку не поняла, потому что так... И вот, это время, игрок на 7. Доброе утро, город. В живом порядке. Да мне поговорила много махов, а сейчас буду объяснять. Да, номер один. Хорошее открытие стало. Мне самой была проблема играть в хайфе, все время чуть не завязала из мафии из-за того, что ничего не поняли и вдруг наорали. Почему? За что? Поэтому с вами поиграю. Игрок номер два. С вами тоже поиграю, как бы. Играть с один. Не проблем с вами нет. Игрок номер три. Очень милый. И ничего у меня подозрений не вызывает. Игрок номер 4, ну и что он веселится? Мне понравилось, как он акценты расставляет. И в нем нет напряженности, которая у него есть, когда он играет за вафи. Гораздо лучше речь, гораздо лучше инцент с ними. Поэтому въезд игрока номер 5, который... А я вот с вами вот 4 вот не поиграю. Мне зажег красные лампочки. А потом игрок номер 6, которая... А вы его выставили? Как будто речи не слышу. А вы хотели его попросить на проверку? 10 секунд. Ничего не слушала. Поэтому я прошу на проверку 5. И, 6, и между ними, как минимум, один лав сидит железно. Остальных буду слушать. Спасибо, пас. Доброе утро, город. Я красный игрок. С игроком номер 1 поиграю. Как все сказали, у нас речь. С игроком номер 2 тоже поиграю. 1, 2, 3 играю. С игроком 3 для меня, думаю, тут пока что из всех, кто поговорил, пока что 3 самый красный. 4, я должна вас еще послушать, я не очень поняла вашу речь, так вы за скобками у меня. 5, я с вами поиграю, потому что у нас почти то же самое позиции, ну да. 6, я с вами не поиграю, я оставлю вас за скобками, мне не очень понравилась ваша речь. 7, я с вами не поиграю, почему вы просили 5 на проверку? 6, ну ладно, 5. 10 секунд. Недолго. Сейчас все вас. Спасибо. Игрок номер 9. Доброе утро, город. Для меня 1 и 2 обе. Вполне себе по нулевому кругу красный.
внутри непонятно, начал копаться в двойке, которая для меня вполне себе красная. Значит, соответственно, 1-2 играю, 3 не играю. Соответственно, кто не 4-5. Нет, 4 я играю, ну, прикол. 4 играю, 5-6 нет, играю семеркой и не играю восьмеркой по позиции. Вот так вот. Вот. Опять же, по поводу проверку попросить. 10 секунд. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 10. Так, доброе утро, город. Эйлер, наконец-то красный игрок. Хорошо, мне на сам девятку. Я уже думал, вы меня показываете, только начал говорить. И меня можете, хорошо, без проблем. Так, ну мне на самом деле вот троица, это в принципе достаточно понравилось, что единица поговорила хорошо, тройка поговорила хорошо, и двойка поговорила хорошо, но здесь мне нравится, как акцент расставил четверка. Я не вижу причины не поиграть с четверкой. Четверка расставила для меня правильный акцент, единица, потом тройка, потом двойка, мне в принципе устраивает. Тройка хорошо поговорила, единица сделала правильную речь. И двойка тоже неплохо, но мне как-то все равно единица больше чуть понравилась, и тройка. Хорошо, значит я поиграл 1, 2, 3, 4. Теперь... Учитывая, что тут складывается так, что пятеркой не играет с четверкой, я не могу с вами поиграть. И шестеркой тоже. Я поиграл с позиции семерки. Мне понравилась относительно позиция семерки. То есть я играл 1, 2, 3, 4, 5, 6 пока что не играл. Пока что, наверное, оставлю за скобками 6. 5 пока что не поиграл аккуратно. Теперь восьмерка. Я не совсем как бы уловил это в вашу позицию, потому что вы любите так говорить. Пока что больше, пока что меньше. Ну, не знал. Это время. Никто не был выставлен. Мы переходим в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. На фото выходит мафия. Мафия проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 10, номер 10. Мафия удаляет. Доброе утро, город. Утро недоброе для игрока под номером 3. Ваша крайняя и право лучшего хода. Напоминаю, не жестикулируем, пока не озвучен лучший ход. Игрок номер 3, ваша крайняя. А, убили шерифа. Реально, я был шерифом. Игрок номер 7 красный, и с игроком номер 7 весь город может играть. Лучший ход. Давайте всех трех мафов опять угадаю. Так, 9, 2. Шесть. 6-2-9 принято как лучший ход. Все, спасибо, пас. Спасибо, прощаемся с игроком. И этот день открывает игрок номер 2. Для чего было проверять игрока номер 7? Только я вот не понимаю. По семерке столько всего можно было раскрыть. Семерка просила проверить 5-6. Я просила проверить 9. Семерка согласилась с этим. Я не могу быть в 9, вместе с 9 в одной команде. Я не играю так, как Эйлер. Я не топлю своих. Выставляю игрока номер 9. 9 принято. И сейчас уже шерифа нет, поэтому я могу не переживать, что я топлю в кого-то, кто это вот. Поэтому мне по нулевому кругу, мне действительно не понравился игрок номер 6, мне не понравился игрок номер 9. Мне еще раз надо послушать игрока номер 4, потому что, может быть, это было это вот, и мне надо еще раз послушать игрока номер 5. Ну, неважно. То есть мне пока что, я играю с 7, я играю с 8. 8 мне, в принципе, понравилась речь. И я думаю, что вот из всех оставшихся, может быть, 4 он самый покраснее, чем это вот. И 5, и 6, и 9, и 10 я бы там бы послушала еще раз. И один надо просто послушать, мне кажется, что классно. Спасибо, вас. Игрок номер 4. Доброе утро, город. А теперь серьезно. Значит, команда моя, так, 2, я думаю, красная. 7 мне, конечно, играет. Я и дальше по первому кругу нашел красный 7. 9-10, ну, 9-10, может быть, Мафейс для меня 10 краснее, чем 9. 5-6, тут какое-то что-то творится плохое, 5-6, вот это мне очень не понравилось, 5-6. 8 для меня тоже подозрительно, кстати. 5, моя зона, как бы, наиболее опасности 5-6-8 и 9. Это вот 1, 2,
из четырех игроков, но я там два мафа наверняка есть, 5, 6, 8, 9. Один еще послушан, один было... То есть я пока играю 2, 4, 7, очень-очень осторожно 10, очень осторожно 10, потому что могу еще переобуться. 2, 4, 10 секунд. 7, 10, 1. Да. Наиболее уверенно 2 и 7, конечно. И игрок номер 5. Смотрите, я не въехал так вот игрока номер 4, как вы игрок номер 7 говорите. И я вообще был в шоке, когда вы просили проверить пятерку. Я думал, что вы были более красны. Ну зачем копать? Я его вообще не брал. Ну я не брал в команду, просто так вот. Не брал его в команду, потому что не хотел брать. Не знаю, мне как-то эмоционал не очень самый понравился. Но позитив, да, позитив, ну что, позитив. Я тоже веселюсь, когда я красный игрок. Это ничего не значит, не имеет. Не знаю, девятка, десятка, девятка, десятка, десять. Я хочу послушать десятку. Я думаю, что вы более красные, чем девятка. Восьмерка, вы со мной поиграли и не взяли. Ну, это та же самая позиция. Шестерка, не знаю. Надо послушать шестерку, это восьмерку, девятку и десятку. Единицу играю, двойка играю. Четверка, вы не берете меня в команду, я не знаю, вот. Четверку я тоже послушаю. Нет, ну, да, послушай, потому что мне как-то не знаю. Поиграй 1-2. Доброе утро, Дорогой. Вы сначала там просто вселились, я поэтому и спрашиваю. Я не спрашивала, выставить двойку на первом кругу, выставить четверку. Поэтому я спрашивала. Джессика сначала смеялась, потом показывала 4 проверить. У меня четверка есть подозрительная пока. Теперь смотрите, я не играю с игроком номер 5. Я не играю с игроком номер 9. У меня с вопросом, под вопросом игрок номер 10. 10. Восьмерка поговорила для меня по-красному. Семерка с вами играю. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 7. Доброе утро. Как раз на проверку меня, скорее всего, отстрелят. В руке шерифов нет, но здесь никто не сомневается. Но тем временем я успею принести пользу. Игрок номер 2 играю в железо, игрок номер 4 играю. Опять же, эмоционал, логика. Игрок номер 5, речь очень я. А так как шерифа вынесли, то эгоцентричная речь – показатели ролевой карты. Игрок номер 5. Игрок номер 6 и тут же кинулась в разбег. И заметьте, что разбег кинулся минус 5, 6, 9. Кстати, выставляю номер 5, чтобы у мафии был выбор между какими своими голосовать. Потому что 5 говорит плохо, 6 говорит еще хуже, 9... Нет, 9 сыграл очень аккуратно. Очень аккуратно. Чуть-чуть сместила акценты. Чуть-чуть в сторону троечки на непокойного, несомненно, шерифа. И вот не прислушаешься, не придерешься. 10 секунд. Но и так у нас выставлены 5 и 9. Для меня 5 почернее, чем 9, но и 9 у меня не особо красное. Все, по сути, остальное красный город. Да, игрок номер 8. Доброе утро, город. Я играю 1-7 пока что, 1-7-8. С двойкой я хочу вас еще послушать. Вы как-то в той речи нервничали, это я просто не знаю. 4 мне тоже нужно послушать. 2-4 за скобками. 7 сказала. 6 вы черные за скобки, 5 я с вами не играю. 9 однозначно не играю. 10 мне не поняла, что было бы, когда вы говорили про меня. Меньше, чуть-чуть больше. Не поняла. Ну ладно. 10 секунд. Все пас. Спасибо, номер 9. Доброе утро, город. Нет, семерка я по имени дело играю, как с красной проверкой. Но насчет двойки, мне кажется, вы ошибаетесь. Выставляю игрока номер 2. 2 принято. Смотрите, игрок номер 2 играет 7 и 8, при том, что 7 и 8 по прошлому кругу были, а это вы слышали на тот момент, на момент своей речи, 7 и 8 были диаметрально противоположные позиции. Вы их объединили в одну команду и поиграли с ними. По какому принципу позиционно это не работает? Ваша паранойя насчет меня – это уже притча в языцах. Я вам даже масочку с собачкой. Да, да, вот с собачкой была бы уже. Вот с собачкой сделаю хоть завтра. Уже бегу. Поэтому для вас не очень свойственно путать позиции, а тут позиционно...
Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 10. Кто выставлен? Выставлены игроки 9, 5, 2. А вы... Ой-ой-ой, двоечку. А кто выставил двоечку? Это очень грустно. Да, вы зачем выставили двоечку? Мы подняли вас. Посмотрите, почему. Шестерка утверждает, что пятерка играет почернее. Нельзя пилить нас 9. Это пол. А в чем проблема? Красная проверка говорит, что вам не... Давайте так. Я вам не кажется... Смотрите, вы говорите, что вам пятерка подозрительнее. Пятерка говорит, что девятка подозрительнее. Да, я спрашивал сейчас, пока вы говорили. В чем проблема вас попилить и поднять? Если кто-то сломает, мы просто это увидим. И тем самым... Хорошо, она выставит... Господин Мирабель выставит шестерку. Нет? Ну, хорошо, вы скажете, как. И попилим на троих. Попробуем попилить на троих. Если кого-то... Если кто-то сломает, это нам даст о нем информацию. В чем проблема? Что вам не нравится? Что вы такая грустная? Хорошо. Да. Ну, я не понимаю, чем вам эта идея не нравится. Вроде как вот единица, которая для меня красная, двойка для меня, которая красная, семерка, для которой для меня красная, поддерживает эту идею, поэтому я буду, естественно, прислушиваться к ним. Пас. Игрок номер один. Смотрите, оптимальная стратегия, когда уходит шериф ночью и оставляет красную проверку, это попил на троих и подъем троих. Теперь у нас выставлены игроки 9, 5 и 2. И будем голосовать между ними и поднимать. Тем более между 5, 2 и 9 у нас разноцвет. То есть один маф тут точно уйдет. А если 5 черных, то у нас уйдет 2 мафа. Значит так, я озвучиваю попил. Первая выставлена девятка. 2, 4 и 5 голосуют в 9. Потом выставлена пятерка. 6, 7, 8 голосуют в 5. 9 вы хотели голосовать 2, вы будете голосовать 2. 9, 10 и 1 голосуют 2. Все поняли, куда голосовать? 2, 4 и 5 голосуют в 9. Вы будете голосовать в 9. 6, 7, 8 голосуют в 5. Тем более 7 выставила 5. Игрок номер 8, вы голосуете в 5. 9, 10 и 1 голосуют в 2. Мы пилим на троих и поднимаем троих. Тут как минимум есть один черный, и хотя бы между 2 и 9. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 9, 5, 2. Голосуем в порядке 9, 5, 2. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Спасибо, принято. 4 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 5? Спасибо, принято. 5 голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? 0 голосов. Игрок номер 5, ваша крайняя. Раз. Мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Город спит. Красная проверка единственного и истинного шерифа номер 3. И завещаю жесткую девятку сломавшую. И завещаю не менее жестко шестерку, говорившую по-черному. И учитывая то, что 5 у нас ушел, несомненно, по-черному, я думаю, этим город победит. И госпожа Джессика, от вас я в особом восторге. Это был нарезка с красный ход, быть готовым встать и на попиле, чтобы забрать с собой как минимум одного мафа. Я обожаю сама, когда со мной это происходит. И восхищаюсь игроками, у которых есть как бы ответственность перед городом, такое сделать. И 10. Хорошая игра. 8. Слушай, город. Господин Ценник, речи гораздо лучше. Сразу было видно, что вы красный. Еще раз. Жестко сломавшую девятку. На втором месте у нас шестерочка. И мы все. И мы победили. Ура нам, красному городу. Спасибо, пас. Игроком и этот день открывает игрок номер 4. Доброе утро, город. Все не так плохо, казалось, после пепе. Выставляю игрока номер 6. 6 принято. Я сейчас играю вот очень как бы десятка, которая предложила очень хорошую идею с попилом, как бы там мафия очень выгодная была попил. Единица, которая поддержала 10, 1, 2, я играю очень... Счет... Пси! Кому бы проиграть, это... Кому бы проиграть? Проиграть, наверное, команде 8, 2... 8, 2... Только не могу быть. 8, 2, 1... Да, это команде я буду проиграть. Вот это, да, молодцы, это маловероятно очень, но... Да, молодцы они.
Сейчас выходит 6, потом уходит... Я девятку там кто-то выставить, я уверен. Я буду ставить девятку, конечно. 6 я выставил просто так, чтобы было кто-то стоял. 10 секунд. Ну, в принципе, у меня уже найдены точно как две шрифа, найдены красные цвета десятки, единицы и почти уверен двойки. И это время. И рук номер 6. Доброе утро. Ну, смотрите. Выставляю игрока номер 9. 9 клиентов. И что мне не понравилось четверки, мне не понравилось то, что вы как бы пошли против, во-первых, завещания красного игрока. Почему же? А, не так. У нас есть сломавший мав, правильно? Тот, кто сломал, тот уходит. Почему я? Красный игрок, да, может быть, но я голосовала с ней. Может быть, я не проверенный игрок, правильно? А вы не тот, кто проверяет. Поэтому чего меня выставлять? Почему не девятку? Логично, нет? Я согласна с тем, что девятка сломала, девятка уходит, как бы нету тут что сказать. Джессика, вы молодец, вы стояли, да, на этом тройном попили, и по ее, да, словам, 10 секунд. Игрок красный, я с этим тоже согласна. Восьмерка у меня красная была, сидела. У меня сейчас, смотрите, у меня был вопрос между 9 и 10. Время. Да, вот мы рожим. Это утро города. Я пока что играю только с игроком номер 1. Я думаю, тоже 2. 1-2. Мне 10 почему-то до сих пор не нравится. У вас есть лучшие вещи, вы как-то не знаю. Вы мне не нравитесь. 4. Тут черный. 9-5. Нет. Решили? 10 секунд. Я думаю, тут или двоечных остались. Ну да. 9-6. 9-6-5 для меня черный пока и что. И это время. И вот номер 9. 9-6-5. Что-то много. Серьезно, много. Как-то это. Не, ну что, девятку сломал, девятку уходит. Все логично. Даже не поспоришь, даже сама в себя проголосую. Можно? На сей раз, я думаю, можно. Вот, ну, что. Все это. А почему потом-то все 5 рук куда-то улетели не туда? А, хорошо. Ну, окей. Ну, двойку я не играю. Вообще никак. Нет. Двойкой. С единицей играю. С четверкой играю. 10 секунд. С восьмеркой. С шестеркой не играю. Она меня выставила. Десятка тоже не играю. Она мне перед руками, перед носом руками махала. И это время. Игрок номер 10. Кто выставлен? 6-9. Оно все выставлено. Так, все хорошо. Жалко, нас не 6 человек. Ладно. Не, ну я не знал, это. Да. На 7 попил, давайте. Не, на самом деле у нас тут попил будет простой. Это вот 6. Нет, давайте так. 4, 2, 1, 10. Голосуем в 9, а все остальные просто держат руки. Вот так вот. Да? Достаточно хорошо. Не, на самом деле, как бы странно. Странно. Я не понял тоже, почему все 5 рук улетели. Я тоже, конечно, проголосовал, но я не знал, как так автоматически. Захотелось проголосовать, когда она сломала. Ну ладно, все, давайте, вы объясните пас. Игрок номер 1. Смотрите, на попеле было выставлено 3 игрока, 2, 5, 9. Имеет смысл ломать, тем более ломать в себя, только черному и только в том случае, если на попеле стоят как минимум 2 мафа. 3 не может быть, потому что 2 и 9 выставили друг друга. То есть они вместе уже не могут быть мафа. Правильно? Теперь девятка сломала в себя. Если бы мы раскидали руки так, чтобы у девятки было большинство, то тогда она бы ушла. Если бы мы все руки кинули бы в двойку, то ушла бы двойка, это было бы плохо. Поэтому вот я поставила руку в 5, потому что девятка не может быть черной вместе с двойкой. Она, если черная, она может быть только вместе с пятеркой. Если она одна, то ей не было смысла ломать в себя. Она бы уходила, но она бы с собой 2 красных забрала. Поэтому я не знаю, почему вы проголосовали в 5. Я проголосовала в 5 секунд. Именно поэтому.
А теперь она уходит как сломавший игрок, то есть вообще даже вот по правилам, не железным каким-то правилам, но сломавший должен уходить. И я считаю, что... Игрок номер два. Доброе утро, город. Выставляю контроль на игрока номер 9. Ну что делать? Ну что делать? Я не знаю, для чего вам надо было голосовать в себя. Ну ушли бы вы вместе с пятеркой. А потом мы бы думали, может быть 6, а может быть 6. Что делать? Ну может быть еще каким-то образом 4. Я не уверена в этом. Я думаю, все-таки 6. Вот. Один очень красиво рассказал о Попил. Там было 100% 5 ушел мафом, вообще просто это вот, хотя бы попробовал бы сказать хоть что-то, сказать там это вот. Вообще 5 очень отличается игра, когда черный и когда красный. Когда черный какой-то такой спокойный, такой унылый. 9 тоже, между прочим, тоже вообще вот можно вообще сейчас вот зарываться и все. Вот так вот вы выглядите. Ну что делать, да? Поэтому 5 и 9 было слишком явно. Теперь 6, следующая, как по мне. А если вдруг игра каким-то макаром продолжится, то будем думать. Спасибо, Пас. Игрок. Все поговорили. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 6-9. Голосуем в порядке 6-9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо. Принято. Кто не проголосовал? 9, вы набрали большинство голосов. Ваша Таня. Да. Круто. А, вы отстрел показываете, да? Вы видите? Примите к этому. Не, может быть, все-таки 2 уходит сейчас. Не, ну давайте 2 в баланс. 2 в баланс я предлагаю. Ну как вы попилите, у вас нечетное количество. По новым правилам попил при 7. Да, на 3. 3 игроков попилим на 3, да. И всех поднимем. Кто за столом останется? Ну его одного, в принципе. 10 секунд. А, ну да, хорошие игры. Хороших сюрпризов. Мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Доброе утро, город. Утро недоброе для игрока под номером 2. Ваша крайняя. Ну да, это было понятно. Ну смотрите, то есть я сказала, да, мне кажется, что 6 это последний маф. Если вдруг нет, то я вам завидую. Но я очень надеюсь, что это да. Если бы я осталась бы за столом бы после ухода 6, мы бы ушли бы в ночь, у меня были бы большие проблемы, да? То есть я бы... То есть единственное, что вот один пхенати точно красный, а вот дальше я могу паранойить всех. То есть десятка, то, что десятка выставляет своих, это нормально совершенно. То, что мне тут кто-то сказал, что я выставила девятка выставила меня, вот для десятого игрока это же нормальная ситуация, может быть, понимаете? Поэтому это все такое дело. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас после того, что уйдет 6, игра закончится. Окей. Спасибо, Пас. Спасибо, прощаемся с игроком. И этот день открывает игрок номер 4. Открывал. Игрок номер 6. Знаете что, ушедшая госпожа Джессика, но от того, что вы меня и на прошлый раз топили, и сейчас в лучшем ходе оставляете, но не стала бы я вас стрелять, вот точно. Вот Мирабель бы застрелила, если бы я была мафией. Вы меня фотографируете? Если бы я была мафией. Ну точно, но Мирабель же можно было застрелить.
Но не стала бы я, как бы, это получается очень явно, понимаете? А я почему в себя проголосовала? Я сижу сейчас и думаю, потому что мне было нормально, то, что девятка уходит, все, как бы, слава богу, что вы все в нее проголосовали. А я сидела и думала, а что между двойкой и четверкой здесь происходит? И почему четверка меня выставляла? Понимаете? Выставляю игрока номер 4. 4 принято. Джессика на последнем ходу своем, что меня еще здесь насторожило, она на предпоследнем своей речи, она говорила, что четверка тоже может быть черной, понимаете? Вот это меня, я вот над этим сидела и думала, не стала бы я Джессику стрелять, но не стала. И это время, игрок номер 8. Доброе утро, город. Игрок номер 6, я краснелись чуть-чуть, до сих пор. Кто выставлен? Игрок номер 4. Вторая игрока номер 6. 6 принято. Если 6 ходит и продолжается, это между 10 и 4. Можно попилить? Ладно. Все, мне не что сказать. Я играю с игроком номер 1. Все, пас. Спасибо, игрок номер 10. Шестерка не застрелили. Ладно. Ну сейчас шестерка уйдет, после этого хорошо, единица, понятно, уже красный игрок. Это как была игра четверка, красный игрок, сейчас единица, красный игрок. Хорошо, я свой цвет знаю, то есть четверка для меня покраснее, восьмерка для меня покраснее. Для меня шестерка, скорее всего, последний мув. Скорее всего, если шестерка не уйдет, и игра продолжится, то уже посмотрим. Все, хорошо, мне больше нечего сказать, пас. Игрок номер 1. Хорошо, меня устраивает выставление, я бы сейчас поднимала игрока номер 6 против игрока номер 6. Я напоминаю, у нас два завещания красных игроков. Это красная проверка 7 и ушедшая ночью двойка, которая ушла ночью, так она красная. Они обе завещали 6 чернее, чем 4. Для меня как бы 4 почернее, чем 6, но против завещания я не иду. Я сейчас голосую в игрока номер 6. Если игра не продолжится, то да, у меня подозрение в игрока номер 4, потому что 8 для меня точно красная. 10 действительно может также сыграть и черным, но черных ходов я не видела, поэтому в 10 у меня тоже как бы подозрений нет. Теперь игрок номер 6 в оставшееся время, я еще так подумала, вы так всерьез восприняли, может быть, мои рассуждения, что мафии имеет смысл ломать, когда на попиле стоят два мафа. У нас не было попила, но стояло два мафа, и вы проголосовали в себя. Но это так, это нет-нет, это ни о чем не говорит, но просто... То есть сейчас уходит игрок номер 6. И это время. Игрок номер 4. Доброе утро, город. Почему я выставил вас, игрок номер 6? Мне было интересно посмотреть на вашу реакцию. Кого вы выставите, как вы реагируете, кого вы будете атаковать, кого вы будете атаковать, это понятно. Бедного циника. Все такое, ну... Потому что... Я бы выставил бы девятку. Вы сказали, я тоже ставлю девятку, все выставили бы девятку, бедная девятка бы ушла. А так, хоть я была какие-то еще реакции, какие-то еще моменты, так чисто... Ответ на ваш вопрос, если вам интересно, почему я выставил вас. Для меня, как бы, вы самые, если вы, надеюсь, единственное представление черный за столом, если нет, у меня проблема, потому что угадайка, где для меня все красные игроки, я знаю, что ответ точно, а где остальные все для меня красные, это очень плохая угадайка, в принципе. Я надеюсь, что меня застрелят на эту ночь. Если нет, тогда будем думать. А думать я не очень не хочу. 10 секунд. Спасибо вас. Спасибо. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 4, 6. Голосуем в порядке 4, 6. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 4. Спасибо. Принят один голос. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 6. Ваша крайняя. Ну, спасибо, пас. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. И тут же я объявляю победу города. Это была очень профессиональная игра. Это было очень страшно. И с точки зрения города, и с точки зрения мафии. Ну, мафии понятно, что это. 5, 6, 9. Да. Дон, игрок номер 6. Я не понимаю, я абсолютно не понимаю. 3, 4. Когда я красный...